не Google единым, пользователи Android смогут выбирать браузер и поисковик по умолчанию. Компания Google заявила о том, что она позволит пользователям мобильных устройств, которые работают под управлением операционной системы Android, самостоятельно решать, какой поисковик и какой браузер устройство будет использовать по умолчанию. Напомним, в прошлом году Европейская комиссия по вопросам конкуренции оштрафовала Google на рекордные 5 миллиардов долларов за нарушение антимонопольного законодательства, в частности за обязательную установку приложений Google на смартфоны сторонних производителей. Пока что непонятно, будут ли принимать участие в опросе и самостоятельном выборе приложений по умолчанию только пользователи новых устройств при первоначальной настройке, или же пользователи других смартфонов также получат обновление, которое позволит им принять участие в опросе.